Маршрутные такси плотно вошли в нашу жизнь. Это быстрый и, за некоторым исключением, удобный транспорт. Но от этих автомобилей могут быть проблемы. Улица Новоселов, дом номер 60. Здесь конечная остановка маршрутов номер 47, 73 и 98. Теперь это место превратилось в настоящую свалку. Мусорные мешки, пустые бутылки, шины и этикетки. Жителям ближайших домов это, конечно же, не нравится. Конечно, отрицательно, как и все. Можно не спрашивать. Я живу вот в этом доме, близко очень. И мне это не нравится. И, наверное, всем жильцам нашим этого квартала. Должны быть где-то туалеты еще. А так получится, их на произвол судьбы бросили и все. Их поднять можно, они исполнители. Вообще очень ужасно. Вообще от маршрутка очень большие тут напряги, конечно. Во-первых, гуляешь и сигналят, писать ходят и в одни кусты, и в другие. То есть, когда жарко, тут вообще пахнет от них. И очень много мусора. Юлия Савина ежедневно гуляет здесь с ребенком. Она рассказала, что запах – это не единственная проблема. По причине плотной стоянки маршрутных такси перейти дорогу теперь не так-то просто. Приходится выглядывать из-за ближайшего автомобиля, чтобы пройти по пешеходному переходу. Раньше стоянка маршрутных такси была у ближайшего торгового центра. Но по весне снег стал таять, и автомобили попросту застревали в грязи. Тогда было принято решение перенести часть машин на новое место стоянки. Буквально в нескольких 100 метрах находится конечная другого маршрута. У них есть и урна, и биотуалет. В общем, все то, чего не хватает другим водителям. У дома номер 60 на улице Новоселов площадка для стоянки совсем не оборудована. Водители рассказали, что свалка на улице не только их вина. В конце рабочего дня ночью, да, приезжаешь уже часов 10 в 11 часу. Здесь припаркованы легковые машины тоже. Не знаю, что они там делают. И как бы тоже кидают, и бросают, как бы это не из одних маршрутчиков. Ну и маршрутчики тоже есть, которые как свиньи себя ведут. Культурным водителям несложно по нужде дойти до ближайшего торгового центра. Мусор же они собирают в специальные мешки и выбрасывают на базе. Но факт остается фактом. Вся стоянка на улице Новоселов превратилась в настоящую свалку. И никто на это не реагирует. Наш телеканал отправил запрос в администрацию города. Мы ждем комментариев представителей власти.